Итак, я всех приветствую на своем канале Инфамочинфам, и с вами Лена. Что ж, месяц январь подходит к концу, и мне, конечно же, хотелось вам показать свои последние приобретения. Было большое видео с косметикой уже о подарках на Новый год, на день рождения. И за это время, конечно, успела кое-что приобрести, но будет очень мало продуктов. Начну я, наверное, все-таки с продукта, который я забыла заключить в предыдущее видео. Это вот такой вот лак от фирмы Эром. Его тоже можно купить в люксовых парфюмериях. По-моему, в других он не продается вообще в магазинах. И да, этот продукт я уже покупаю очень много лет. Его покупает также моя мама. И мы обе очень им довольны. Когда у вас такая ситуация SOS для ногтей, они очень ломкие, мягкие, и им ничего не помогает, то этот лак просто супер с ними справляется. У меня фиксация Strong, потому что есть, по-моему, Medium, есть Extra Strong. Вот, я покупаю Strong, и у них такая система, там надо 3 дня... им пользоваться, то есть каждый день наносить последующий слой и на третий день снимать и все заново начинать. Если честно, после первого применения вы замечаете практически сразу же эффект. Если вы пользуетесь им в течение недели, они довольно хорошо восстанавливаются. И потом можно время от времени его еще использовать, когда вы чувствуете, что они немножко ухудшаются. Поэтому я этот продукт вам очень-очень посоветую, наверное, приближу, чтобы вы просто увидели баночку. К сожалению, картонную коробку я выкинула, не люблю их держать. Вот, и этот продукт я вам очень-очень советую. Я купила вот такой вот корректор для ногтей от фирмы Pitou. Пахнет таким грейпфрутом. Такой освежающий, и я хотела сказать, что мне корректор от Pitou нравится больше, чем от Essence. Я выкинула сейчас недавно Essence, но уже у меня как бы закончился, и просто если сравнить, то скажу, что мне этот продукт нравится больше. Начну я, наверное, с очень приятной для меня покупкой. Я не знаю, если вы знаете девочку одну, которая от этих теней была просто в восторге. Это Катрин, она тоже от Германии и показывает очень интересные видео. Меня она очень заинтриговала, я решила тоже их попробовать. Это тени Бью, у меня Duo, значит, у них номер 71. Вот, и она просто полностью права, они шикарнейшие. Вот сейчас я покажу просто цвета, то есть это очень такие натуральные тени. Я сейчас покажу, проведу просто на пальцах, как выглядит на пальцах. И я от них, ну, да, просто в восторге. Вы посмотрите, насколько они пигментированные, насколько у них очень-очень красивые такие тона, насколько они шикарно на коже. Сколько у них шикарнейший такой, это не шиммер, не блеск, а вот как-то вот какое-то вот именно красивое, шикарное сияние. Я от них действительно просто в восторге, и всем бы вам порекомендовала, если я не ошибаюсь, то такие вот маленькие я заплатила 8 евро, но они настолько просто полностью оправдывают свою цену. Более того, я скажу, из всего, что я пробовала до этого в тенях, то они одни из лучших. И я также сейчас говорю о люксовых тенях, потому что, если честно, да, у них просто очень-очень хорошее качество, и других таких я даже не знаю, наверное. Вот, следующая моя покупка. Да, это не новинка, это BB Cream от Garnier. Все его уже слышали, видели о нем, но да, теперь купила его я попробовать. У меня, когда я была помоложе, было что-то наподобие от Yves Rocher, но этот крем они больше не выпускают, очень давно уже перестали его выпускать. Это просто увлажняющий крем с подтоном. То есть действительно просто крем с подтоном, у него совершенно нету какого-то эффекта, как у тональных кремов. То есть это действительно просто, ну, сейчас на мне, это просто действительно ваша кожа, но
немножко оттененное. Я говорю действительно немножко. Я его сейчас разотру. Ой, я слишком большое количество нанесла. Но неважно, вот я нанесла на руку. Я не знаю, если вообще что-то будет видно, но он действительно впитывается моментально. И ваша рука, вот моя рука, то есть, да, если что-то видно, то есть он действительно просто увлажняющий крем. Очень много плюсов, хорошо увлажняет, хорошо ложится, все хорошо, очень натурально выглядит, то есть действительно это не какая-нибудь там маска, ничего, вот просто действительно увлажнение. Единственное, что у них только два цвета, это светлый и медиум до темного, то есть два оттенка. И даже этот светлый, у него такой немножко подтон желтоватый. И у меня нет привычки чем-то таким либо пользоваться, поэтому этот желтоватый оттенок мне в новинку, ну как-то, не знаю, мне непривычно им пользоваться, потому что я обычно люблю свой белый цвет кожи и разве что подбираю всегда все самое светлое. И вот этот он немножко будет потемнее того, что я обычно использую, но не знаю, можно вот попользоваться, посмотреть. Но да, в принципе, он по всем своим качествам мне очень-очень нравится. Дальше. Да, покажу вам еще вот такие вот пакетки купила большого диаметра. Не знаю, какие-то они пишут. Здесь диаметр 20×18. Если это. От Kérastase. Kérastase это фирма профессиональная. Вот, чем они отличаются, допустим, от других, которые, конечно, намного дешевле продаются в супермаркете, тем, что они немножко все-таки долговечнее и не так реагируют на какие-то химические вещества. Но это, наверное, в домашнем применении не так важно. Для парикмахеров это важно, потому что они делают всякие химические завивки и покупают именно вот эти. Вот. Хочу сказать, что очень им довольна, очень мягкие, удобные в применении. Вот, да, видите, у меня накручено сегодня. Дальше вам расскажу сейчас историю. Пошла, значит, я покупать лак для волос, мой закончился. И хотела себе купить такой же, как у меня был. Меня очень хорошо устраивало. Это был Pantene Pro-V, вот такой, такая вот серебряная бутылочка для объема и флексибель. Ну, такое мне оказалось, я долго просмотрела, и потом у меня была такая плохая идея купить этот лак. Наверное, я одна не знала, как он пахнет и вообще что это такое. Мне понравилась его упаковка, и я как-то думаю, да, такой вот, я знаю, что это какой-то старый лак от L'Oréal, но больше я ничего не знала. А вот, я прихожу домой и попыталась его использовать. Это был страх и ужас. По качеству, да, этот лак хороший, но он пахнет просто такой, знаете, противный старческий запах, просто ужас. И еще была плохая идея, попробовала, то есть это было утро, я перед работой быстренько пшикнула, этот запах, он въелся в мои волосы, он преследовал меня весь день. Это было просто ужасно. К счастью, что мои духи как-то его перебили, но вот я, так как у меня очень часто волосы на боку, он просто въелся. Я об этом рассказала там на работе, потом у меня одна девочка так говорит, потому что у нас не, как бы, я очень так прям резко реагирую на запахи, она говорит, ой, может, я не так отреагирую. Потому что я хотела его выкинуть, и мне было немножко жалко, конечно, потому что качество хорошее, думаю, может, кому-то подойдет. На следующий день я, значит, ей принесла, она приносит его обратно, и она его попробовала, она говорит, боже мой, какой ужас! Я говорю, я тебе предупреждала, давала даже свои волосы нюхать, но для нее это как-то, она поняла, о чем я говорю, то есть, да, я никогда никому не посоветую купить этот лак. И, к сожалению, мы даже не знаю, какой бабушке бы его подарить. Я думаю, бабушка может это нормально. Но никогда в жизни не покупать этот лак. Он очень ужасно пахнет. Вот. На днях я тогда сменила его на Вэллу. Вэлла Флекс. У меня двоечка для объема. Что могу сказать? Хороший лак, неплохой. Хорошо пахнет, хорошо распыляет,
Да, к чему мы сейчас перейдем? К последним моим покупкам это было два продукта от фирмы Essence. Одна тушь и это гель для бровей и ресниц. Точнее, наверное, с геля для бровей и для ресниц, что я могу сказать? Да, обыкновенный гель. Я просто хотела, чтобы как-то мои ресницы, когда я их прорисовываю, потом зафиксировать. Он хорошо их фиксирует. Мне нравится. Не знаю, просто прозрачный, простой, не замысловатый. И он выполняет функцию, которая мне нужна, поэтому да, очень хороший. Потом я купила вот два в одном, эту тушь, все они знают, и я очень часто слышала о ней такие похвалы. Мне, к сожалению, она не подошла. Она меня довольно... То, что разочаровала, как бы за такие копейки не ждешь чего-то вау, но не знаю, во всяком случае, меня она никаким образом не удивила. Да, вот вы знаете эту систему. Здесь одна более натуральная кисточка, которая их разделяет, и вторая, которая придает объем. У меня она просто ужасно сыпется. У меня вообще-то рассыпаются все туши, даже люксовые, потому что у меня нижние реснички, они довольно длинные, и соприкасаясь с моей кожей, они рассыпаются, да. Но она, в ней не хватает вязкости, в ней не хватает вот именно текстура какая-то не та, она прям... У меня все было черным, и хотя она новая, то есть был щелчок, когда я ее открывала, все было нормально, то есть видно, что она не старая, но сама текстура такая, как бы. То есть, может, за такие деньги неплохо, но меня она как не очень, скажем так, вот. Что ж, большое вам спасибо за ваше внимание и ждите новых видео, оставляйте свои комментарии внизу, буду очень рада ответить на ваши вопросы. Так что, да, всем приятного дня, вечера и недели. Всем пока!